А что я делаю? Я уже все, девочки, я заморочилась. Простите меня, пожалуйста. Мы еще это делаем. Да, мы решили что-то делать. Нет, конечно, мы это делаем. Вот это я уже с вами заболталась, с этой ландау, и пошла по ней разметку делать. Ну, естественно, сейчас будем намечать, сейчас подсохнет Макгрегора. У тебя рука-то так рисует, то, что вот этот в прошлый раз... Не, ну просто сейчас вспоминали. Профессионализм, куда дело? Вот раз. Ну, давайте сразу с другой стороны тоже нарисуем, чтобы мы уже не возвращались к этому. Угол глаза, угол рта, да, крыло носа, козелок. Очень крутой бар просто. Нам особой симметрии в данной ситуации добиваться не надо, да, потому что мы не щечно-скуловую область корректируем, а мы обозначаем просто как точки доступа. Вот, поэтому, ну, даже так они вроде как почти симметричные получились. Вот. Зачем я его открыла, тоже спрашивается. Конюлю мы взяли длиннее, у нас получится, чем нужно. Потому что, ну, у нас в продаже 25G 50 миллиметров. Угу. Так бы по-хорошему мы взяли 40 миллиметров, то есть короче, угу. Для того, чтобы более уверенно, да, чувствовать ее. Вот, но 40 миллиметров у нас в продаже, 27G. Это островато, да, в этой области не надо нам работать. Да. Вот, поэтому 27G куда лучше? Какой? Да никуда. Что она острая? Вот, она остренькая, да. 27G иногда мы используем, например, если корректировать, вот, например, у Нины, только височную область. Вот, из-за того, что 25 миллиметров, она будет 27G, к сожалению, да, поэтому мы ее используем, потому что она коротенькая, и 27G при этом. Ну, вот, только в этих целях, если бы была 25, мы бы взяли 25.